Вокруг памятника вождю поставили ограждение. У подножия скульптуры начались работы по озеленению. Новый газон привезли в рулонах. Траву расстилают на клумбе, словно ковер. Предыдущее декоративное покрытие быстро потеряло вид. И виной этому не только палящее солнце, но и люди, которые часто здесь фотографируются, отдыхают на траве или играют с детьми. Траву быстро вытаптывают и приходится снова и снова сеять новую, говорят озеленители. Хотелось бы обратиться к жителям города и гостям города курорта. Относиться более бережно к тому декоративному озеленению, которое вы видите вокруг себя. Если вы не будете вытаптывать, портить, вырывать цветочки, возить домой, фотографироваться на клумбах, то будут любоваться этими клумбами все, кто приезжают к нам и все, кто живут здесь. Подобная ситуация во многих памятных местах Сочи, например, на мемориале в Завокзальном районе. На месте захоронения солдат Великой Отечественной люди не только гуляют сами, но и выгуливают собак. Этот вопрос в том числе был поднят на прошлой неделе на планерном совещании при главе города. Тогда мэр Анатолий Пахомов обратился ко всем сочинцам и туристам с просьбой бережнее относиться к памятникам и мемориалам, как к общей истории нашей страны.